зашла в кафе перед работой. Теска наверху сижу. Заказала себе кофе и пенини. Она жарила его 15 минут, как в ресторане. Народу никого нет. Очень медленно работает девушка. Я тоже раньше работала в кафе. Когда-то давно очень. В Дебином. Но у нас там строго было со временем. Быстро очень нужно было обслуживать. Бегали как угорелые. Тут она вроде одна крутится, но не сидит. Ну, очень медленно. Зажарить бутерброд надо 15 минут. Все, попила свой кофе. Значит, кафе. И пошла. Поеду сейчас на работу, у нас уже там все раздается, распродается, весь офис. Так, на лифте спуститься разочек. Вот, и в общем, можно забирать все, что там есть. Сейчас хотела одну работу показать, которую я делала раньше. Давно-давно как устроилась. Она называлась Дотком. Отдел назывался. А вот она, стележка, бежит далековато от меня. Вот такие вот заказы мне собирают. Этот отдел. По интернету кто заказывает. Так, не эта тележка, другая. Она ушла туда. Вот она. Вот эта вот тележка. Это вот работа такая, она называется. Персонал шоппер. Вот она, у нее компьютер, и там заказы. И она собирает заказы. И потом их на машинах развозят по домам. Еще можно заказывать. И вот это вот самая лучшая работа в супермаркетах. Ну как, не самая лучшая, конечно. То, что я делала на кассе. Для меня сидеть было сложнее. А эта работа, конечно, имеет свои минусы. Там нужно очень быстро бегать. Бегать быстро все делать, потому что ждет машина, и нужно вовремя отправить заказ покупателям. Вот. А не всегда все лежит на местах. Ну, по крайней мере, в том магазине, где я работала. Здесь, не знаю, это новый магазин, он очень большой. Может, здесь все вовремя раскладывают на места. Но тогда было очень сложно. Когда я работала, не было. Если нет на месте товара, а он там указан, нужно бежать на склад, искать по складам. А это время, ну, в общем, очень вот эта вот быстрота и вот это вот. Ну, может быть, так просто. Была плохая организация в магазине именно. Вот поэтому я думаю, сейчас на крайний случай, если что, я буду искать такую работу, хотя ее сложно найти в супермаркетах работу будет. Но буду подавать. Hello. Hi. Вот. Наш центр. Поехала я на работу.